В Абу-Даби завершился второй день мирового первенства по дзюдо, в ходе которого стали известны имена новых чемпионов в трех весовых категориях. Перед началом поединков на татами арены Мубадала участники соревнований, собравшиеся в зале зрители, посмотрели красочные выступления местных фольклорных коллективов и показательные выступления по дзюдо. Открыли второй день турнира президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер и генеральный секретарь организации Насер Аль-Тамими. В весовой категории до 66 килограммов финал оказался чисто японским. Третий номер в японском рейтинге Рёма Танака встретился в решающей схватке с четвертым номером рейтинга Такеси Такеокой. У обоих был фантастический день на татами в Абу-Даби на пути к этой встрече. В финале Танака смог провести два приема на оценку вадзаари и стал новым чемпионом мира. Япония продолжает доминировать в этой весовой категории. Генеральный директор неправительственной организации Guardians Girls International Син Коямада вручил медали победителю и призерам. «Это мой первый чемпионат мира, я выложился здесь по полной и с нетерпением жду, когда у меня будет красная нашивка на кимоно, знак чемпиона мира». Немало зрителей пришли в этот день на спортивную арену Абу-Даби, чтобы понаблюдать за выступлением одной из самых ярких звезд современного дзюдо. Криста Дегучи из Канады защищала свой титул чемпионки мира в весовой категории до 57 килограммов. Она уверенно дошла до финала, где ее соперницей стала восходящая звезда из Южной Кореи Хео Мими. Изнурительная 12-минутная схватка не выявила победительницу, и решение было принято, исходя из набранных спортсменками штрафных баллов. Хео Мими стала чемпионкой мира. Церемонию награждения провел посол Международной федерации дзюдо Альбано Каризи. «Я очень хотела выиграть золото в этот раз. Чувствую себя превосходно». Многократный призер мировых первенств Хидаят Гейдаров из Азербайджана также прибыл в Абу-Даби за золотой наградой. В финале в весовой категории до 73 килограммов ему противостоял японец Тацуки Исихара. Это был самый драматичный финал дня. За 15 секунд до конца поединка, уступая сопернику в счете, Гейдаров провел свой коронный прием на оценку япон и стал чемпионом мира. Медали вручил генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджана Азер Алиев. «Это останется одним из величайших моментов в моей жизни. В Абу-Даби я вошел в историю, но осталась еще одна в Париже. Надеюсь, мне удастся победить и там». Впереди у нас еще 4 дня напряженных схваток на татами арены Мубадала в Абу-Даби.